Приветствую, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше работать над КАМАЗом фирмой СИЭМ. Дал подсохнуть краски. Где-то около 24 часов. Ну а теперь приступим и будем делать фильтры. Фильтры буду делать с масляной краски. Масляную краску беру фирмы Sonet. В принципе, цвет модели удался. И я сделаю легкий коричневый. И смешаю немножко с желтым цветом. И таким легким прозрачным фильтром пройду по модели. Потому что цвет мне нравится, но немножко надо придать краски и натурального оттенка. Поэтому отставим сейчас все в сторону. Беру немножко желтого. Желтый медиум. И возьму немного умбры. И разведем все это white спиртом. Хорошо размешиваем. Берем толстую кисть. И аккуратно, не спеша, никуда не торопясь, наносим фильтр. White Spirit использую от фирмы Zip. Чем мне понравился этот White Spirit? Тем, что он, как видите, очень быстро высыхает и испаряется. То есть не надо ждать часами, когда модель высохнет, чтобы ее потом лакировать и работать с ней дальше. Лучше всего делать фильтр такими движениями вверх-вниз. И если вы немножко как бы фильтра больше добавите, то будет как бы такой эффект, будто что-то стекало, типа дождевых капель, дождевых полос после осадков.
Ну вот, друзья, закончил с фильтрами. Как видите, они уже почти высохли. Потом дадим еще немножко подсохнуть. И задуем модель глянцевым лаком. После нанесем декали. И опять закроем декали глянцевым лаком и будем делать уже, наверное, в следующей части смывку.